к свекрови, буду помогать ей делать кологопита вот с такой начинкой из тыквы. Здесь тыква, изюм, пшеничная крупа. Видите, вот эти длинненькие штучки, это мелкая вермишель такая. И там еще есть жареный лук, то есть вермишель с луком пережаривается, все это перемешивается. И вот это тестушка. Тесто не дрожжевое, обыкновенное, но оно как пресное. И вот еще одна мисочка начинки. Будем раскатывать при помощи пастомашины. Except your one.